була гарна новина. Ярмоленко, новий контракт на 5 років. Це означає, що він залишиться ще сезон далі, чи це все до міжсезоння знову ж таки? Ні, ну почему ми підписали повноцінний контракт на 5 років, і я вважаю, що Ярмоленко футболист, я об этом и раньше говорил, который нужен киевскому «Динамо». Ну, естественно, он хочет, и я это подтверждаю, что он хочет играть в более сильном чемпионате. И правильно он говорит, он не хочет ждать таких игр по 2-3 месяца с «Шахтером» или в Лиге чемпионов. Он считает, что он перерос этот чемпионат. Но мы должны диктовать сегодня условия, воспитав Ярмоленко, и те клубы, которые хотят его приобрести, мы цивилизованно готовы садиться в это трансферное окно, в следующее, через год. Я не знаю, когда поступит такое предложение. Ну, нормальное, хорошее предложение по игроку такому, как Ярмоленко, который заслуживает играть в самом выдающемся клубе Европы. Мы хотели бы, чтобы это предложение было цивилизованное. Нам не диктовали на ленточке трансферного окна, что вот там написано что-то, продайте Ярмоленко. Поэтому мы с Андреем сели, и он нормальный, вменяемый парень, очень образованный, он все понимает, и мы обо всем с ним договорились. Я очень счастлив, что такой футболист пока продолжает играть в киевском «Динамо». Я думаю, что он принесет нам еще много пользы. Нельзя по одному матчу судить, удался ему сегодня матч, не удался, мы проиграли, не проиграли. Жизнь продолжается, футбол сегодня выиграли. Завтра проиграли, или мы полтора года не проигрывали никому, но на сегодняшний день это произошло. Поэтому, опять-таки, сделаем выводы, я думаю, что все будет в порядке. Перші підсумки з роздягальні, мали розмову? Нет, я просто сказал, что не бывает команд, которые не проигрывают, поэтому надо привести себя в порядок, сделать выводы из этого поражения, серьезные выводы, и готовиться на Челси, потому что на этом сезон не заканчивается. Мы проиграли одну из игр, которые могли проиграть как «Шахтеру», как и другой команде. Обсуждать нечего. «Шахтер» был сегодня во всех компонентах футбола, самой игры он был сильнее. И я считаю, что все закономерно, счет на табло. Но надо делать выводы всем вместе и двигаться дальше. Ви сильно засмутилися, видно, по вашому зовнішньому вигляду, що після 0-3 важко в Києві програвати, вже давно так не програвало? Ну, не програвали, а тепер проіграли, тому треба зібратися і продовжувати. Це ж футбол. Сьогодні проіграли, завтра треба стремитися виграти, тому трагедії-то з цього робити не треба. «Шахтер» точно так же був мотивован, хотів побідити і реабілітуватися за те пораження, яке проіграв «Реалу». І ПСЖ, они были не менее болючие, как говорится, чем поражение сегодня, которое потерпело киевское «Динамо» от «Шахтера». Поэтому все, у нас одинаковое количество очков, все начинается сначала, но надо сделать, естественно, еще раз хочу подчеркнуть, соответствующие выводы, потому что так футбол играть, тем более с такой командой, нельзя. Должен быть на поле коллектив, который будет все обороняться и все, как говорится, атаковать. В футболе не бывает чудес, поэтому ни на что не надо ссылаться, не делать никакие скидки, а разобраться в себе и двигаться дальше.